Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Начинаем нашу работу. Сегодня у нас будет лекция. Ее прочитает Наталья Анатольевна Шадрина. Она кандидат исторических наук, доцент Казанского федерального университета. Она нам очень много интересного расскажет о том, как творит художник. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Здравствуйте. 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 Спасибо. Очень рада вас всех видеть здесь. Сегодня мы с вами поговорим на очень, ну, на мой взгляд, это очень интересная тема, как художник рисует, и не просто как он рисует, а как он, так скажем, пришел к этому. Как, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из вас когда-нибудь рисовал? Поднимите руки, кто рисовал. Ну, практически все, да? А вот как вы думаете, зачем человек вообще рисует? Это же, по сути, свои бесполезные занятия. Ну, почему? Наверное, это ему как-то интересно. И вот когда ты рисуешь, ты всю душу вкладываешь. Вкладываешь душу. Рисунок. Прекрасно. Еще какие есть варианты? Просто у него фантазия какая-то возникла, и он хочет ее изобразить. Совершенно верно. Фантазия какая-то возникла. Вот еще. Пожалуйста, ага. Вот. Чтобы художникам, которые хорошо рисуют, деньги зарабатывать. Прекрасно, ну, да, отлично, особенно сейчас. Я думаю, что художники рисуют, чтобы выразить свое настроение. Выразить свое настроение, отлично. Я думаю, что художники рисуют, потому что они хотят выразить красоту лесов. Красоту мира. Вот, это ответ, которого я ждала. Спасибо вам всем большое. Действительно, многие художники, вы все совершенно правы. Художники рисуют для себя, для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы выразить какие-то свои фантазии. Но рождаются эти фантазии в первую очередь из созерцания нашего мира. Да? Откуда мы берем вообще все свои идеи и мысли? Мы живем, вокруг нас что-то происходит, мы что-то чувствуем, видим, замечаем и хотим этим поделиться с окружающими. Так вот, начали люди рисовать, как только появились. Самые первые рисунки, вот здесь вот вы видите, один из самых-самых ранних рисунков. Это рисунок, кто здесь изображен? Бизон. Ну, буйвол, бык, в принципе, все подходит. Ну, вообще, это в целом, это бизон. Это пещера, которая расположена в Испании. Называется это пещера Альтамира. Вот этот рисунок оттуда. Там очень много этих бизонов. Это целый огромный потолок, который весь изрисован этими бизонами. И этот рисунок создавался в эпоху, которая называется Верхний Палеолит. Древний каменный век. Это эпоха, в которую окончательно сформировался наш с вами биологический вид. То есть появился Homo sapiens, человек разумный, это мы, да? И как только он появляется, практически тут же появляются вот эти вот попытки творчества. Рисунки, скульптура и прочее-прочее. Но в первую очередь, на самых ранних этапах, человек осваивает технику, которая называется техника рисунка. Обратите внимание, да, вот здесь вот мы видим, это уже первые древние цивилизации, цивилизация Древнего Египта. Рисунок, который изображен, был на стенах погребального комплекса. Посмотрите, как изображаются люди, как, что мы видим? Мы видим с вами в первую очередь вот то, с чего мы всегда начинаем рисовать, да? Вот те, кто учится, может быть, рисовать, те, кто первый раз берет в руки там карандаш. В первую очередь мы видим некоторый контур, да, который обрисовывает, например, человеческую фигуру. И этот контур внутри закрашивается каким-нибудь цветом. А эта техника называется техника рисунка. И все древние люди осваивали именно эту технику. То есть изображение с помощью линий, а внутри этих изображений они закрашивались цветом. Древние люди не умели изображать то, что называется перспектива. Мы еще вернемся с вами к этому термину. Да? Мы с вами видим весь мир в объеме. Вот если вы посмотрите, видите, сзади меня такое есть красивые какие-то картинки. Мы все это видим объемно, да? Но изображать объем, а картина, она изображается на плоскости, да? Вот есть стена, она же не объемная, она же не уходит в глубину. Она просто плоская. И вот изображение объема на плоскости было неизвестно еще древним людям. И посмотрите, пожалуйста, вот на крайних персонажей этой картины. Вообще картина изображает сельскохозяйственные работы, сбор винограда. Видимо, или что-то в этом роде. Так вот, последние три человека, видите, изображены? Вот видите, они как бы наложены друг на друга. Три фигуры, которые как будто бы друг на друга наложены. Вот это вот первая попытка изображения вот этого самого объема.
Но попытка пока неудачная, и, честно говоря, до того, как люди научились изображать объем на плоскости, пройдет еще очень-очень много времени, буквально несколько даже тысячелетий. Но, тем не менее, это самые-самые первые рисунки. С помощью чего же рисовали люди? Люди использовали натуральные красители. Вот эту вот оранжевую краску мы видели, она называется охра. Древние люди заметили, что некоторые вещества в природе имеют цвет. И этот цвет можно выделять, этот цвет можно смешивать с какими-то, ну, например, с гусиным жиром в основном смешивали, и получать краски, которые можно наносить на стену и с помощью этих красок рисовать. Так вот, один из этих красителей, это, как вы думаете, что это? На что похоже? Глина. Да, еще варианты. Ягоды. Нет, это железо. Это вот, по сути, если вы присмотритесь, вы увидите, что это похоже на ржавчину. Да, видели когда-нибудь, как железо? Оно окисляется, то есть на воздухе оно портится, и это называется, мы называем это ржавчина. А вообще по-научному это называется оксид железа. И вот этот оксид железа, смешанный с гусиным, например, жиром, дает нам такую краску коричневую, которая называется охрой, которой в основном изображали тела людей и мужчин. Следующая краска, это была великолепная совершенно краска, она была очень знаменита, она была очень дорогая, и ее использовали только для самых-самых знатных особ, для росписи там помещений их. Эта краска называется пурпурная, и получалась она из вот, собственно, раковины, таких вот ракушек, пурпурных ракушек. Тоже ее превращали в такой этот порошок и смешивали. А это, как вы думаете, что? Уголь, совершенно верно. Какую краску получают из угля? Черную, совершенно верно. Это вот одна из самых, наверное, ранних красок. Вот оксид железа, который мы уже видели, и черная краска, получаемая из угля, это самые-самые первые краски, которыми люди рисовали. На протяжении долгого времени не было как таковой живописи. Вот мы с вами, когда рисуем, мы берем отдельный листочек бумаги, да, например, и создаем на нем какую-то картину. И в древности, и в средневековые времена, на протяжении буквально действительно нескольких тысячелетий, люди практически так не делали. Все произведения искусства, ну вот здесь вот мы видим на этом изображении, все произведения искусства находились в каких-то помещениях. Они украшали помещения, причем, как правило, помещения очень значимые для людей. Например, это могли быть соборы. Вот здесь вот мы видим французский собор, раннесредневековый собор. И вот обратите внимание на потолок. Вообще не так много дошло до нас вот таких вот изображений. Вот это вот одно из самых, наверное, известных. Техника, в которой выполнялись эти изображения, это техника фрески. И, собственно говоря, фрески мы можем встретить и сейчас. Это живопись по штукатурке. Художники средневековья, пока этот раствор еще мокрый, он еще не засох, они наносили на него краски. И изображение становилось как бы частью вот этой вот самой стены. Но мы по-прежнему с вами видим изображение двухмерное. Пока что мы в средневековье еще люди не научились опять-таки изображать вот этот объем. А научились изображать объем люди в эпоху Возрождения. Вот посмотрите, как вот это геометрическое построение того, что называется линейная перспектива. Да? То есть мы с вами здесь видим плоскость бумаги. Она плоская. Вот вы домой принесите, посмотрите на листок бумаги. Но при этом можно построить изображение так, что нам будет казаться, что это изображение объемное. То есть художнику нужна геометрия? Художнику, безусловно, нужна геометрия. Безусловно, да. И вот эти вот художники эпохи Возрождения, это 14-15 век. Они как раз были и математиками одновременно, и физиками, и живописцами. И научились строить то, что называется перспективу. То есть объем на плоскости. Давайте посмотрим пример одного из самых ранних изображений перспективы. Это картина. Ну, картина опять на религиозные в основном темы писали. И вот здесь вот обратите внимание, здесь есть первая попытка построения перспективы. Если вы присмотритесь внимательно, то вы поймете, что, в общем-то, она неправильная. Что вот та предыдущая картинка, которую мы видели, где, собственно, геометрическое построение, она немножко не такая. Здесь сильно преувеличен передний план и сильно преуменьшен задний план. Художник, повторюсь, Филиппо Липпи, самые ранние, самые первые попытки изобразить вот этот объем на плоскости, представить нам картину мира так, как он есть в реальности.
А вот это уже вершина той же эпохи Возрождения, когда художники уже полностью освоили, собственно говоря, вот эту самую перспективу. Посмотрите, насколько идеально построена эта картина. Да? Это картина художника Рафаэля Санти. Эта работа называется «Афинская школа». Выполнена она в технике как раз фрески и представляет нам с вами древнегреческих философов. А вот это уже интересно, потому что, ну, собственно говоря, почему эпоха, о которой я говорю, называется Возрождением? Потому что художники этой эпохи спустя тысячелетия забвения культуры Древней Греции, они вдруг вспомнили о ней и начали ее возрождать. И вот здесь вот мы видим философов Платона, Аристотеля, может быть, когда-нибудь вам еще об этом расскажут. И впоследствии, когда вы будете уже взрослыми студентами университета, обязательно о них узнаете. Но я вам хотела эту картину показать с точки зрения как раз построения перспективы. Посмотрите, какое пространство мы видим на этой работе. Ну и, собственно, с эпохи Возрождения начинается период так называемой классической живописи, в ходе которого многие-многие художники, самое главное их стремление – передать мир таким, какой он есть. И один из самых важных приемов, один из самых распространенных приемов живописи – это техника масляной живописи. Вот здесь вот вы видите как раз масляные краски, ну и кисточки, с помощью которых эти масляные краски наносятся. Масляная краска – это краситель, мы красители с вами видели, да, но они разные бывают, сейчас они бывают и синтетические, и какие угодно, которые смешиваются с маслом, собственно говоря. Ну, не сливочным, конечно, маслом, но тем не менее. И цвет получается очень плотный, очень насыщенный и заполняет все пространство. Рисуют такими красками, даже не на бумаге, а на холсте, на такой тканевой основе. И вот уже в классическую эпоху художники выстраивают свои работы в первую очередь за счет сочетания цветов и стремятся передать цвета такими, какие они есть в действительности. Если вы посмотрите вокруг себя, посмотрите на себя, на ребят, которые сидят рядом с вами, на их одежду, например, вы увидите, что нигде у вас нет такого, чтобы как будто бы все закрашено было в один цвет. Да? Вот посмотрите, везде есть тени, цветовые переходы. Все, что мы видим вокруг себя, не закрашено одним цветом, а закрашено множеством цветовых переходов. И вот над этим работают художники, в частности, художники, которые занимались масляной живописью. И один из шедевров подобного рода – это картина нашего российского художника XIX века Карла Брюллова, которая называется «Последний день Помпей». Если говорить о классической живописи, да, вот то, что мы здесь видим, живописи XIX века, то цвет, собственно говоря, художники стремились, повторюсь, к цвету природному, к цвету натуральному. И цвет, с помощью цвета картина выстраивалась и конструировалась. Цвет, конечно, нес информацию, но самую главную информацию несло сочетание цветов. А вот художники-модернисты, мы чуть-чуть попозже о них тоже скажем, были такие художники уже в начале 20 века, которые использовали только цвет. Вот они могли нарисовать картину с помощью трех красок. И эта картина должна была производить колоссальное, невероятное впечатление на человека, который на нее смотрел. То есть если здесь мы в первую очередь обращаем внимание на сюжет, на постановку фигур, на то, что происходит, на разные планы, на разных там вот персонажей и прочее-прочее, то были такие направления в живописи, где вы, ну, смотрите на картину, и у вас рождаются эмоции. Там не важно, что там нарисовано, важно, какие там цвета. Цвет, безусловно, играет огромную роль в живописи. Ну, когда вы приходите, по большому счету, конечно, можно разбираться в живописи, можно не разбираться в живописи. Но если вы приходите в галерею или в музей и смотрите на картины, у вас все равно появляются какие-то эмоции. И эти эмоции – это самое важное. Самое важное для художника и самое важное для вас, как для зрителей. Просто нужно смотреть и наслаждаться, собственно говоря, этим. Так вот, давайте вернемся к картине Карла Брюллова. Посмотрите, что здесь изображено. Называется она «Последний день Помпей». Помпей – это город в Римской империи, который был уничтожен вследствие извержения вулкана. Вулкан Везувий, который покрыл весь этот город лавой, и город был фактически законсервирован до тоже конца XIX века, когда археологи начали его раскапывать. И вот Карл Брюллов изображает здесь вот этот страшный момент. Если видите на заднем плане, да, кстати, уже появляются планы, вот она вам перспектива. Видите красные такие всполохи, да? Это вот как раз вулкан.
извержение вулкана. И люди, которые пытаются спастись, видите, какая трагическая совершенно картина, но обратите внимание на технику исполнения. Обратите внимание, например, на какие-то вот одежды людей, да? На те цветовые переходы, на то, как изображается движение ткани, например, на огромное количество теней. Нет нигде буквально ни одной точки, ну, не то что точки, а ни одного пространства, которое было бы закрашено каким-то одним цветом. Все цвета, мы видим разнообразные цветовые переходы, мы видим вот это вот самое стремление изобразить мир таким, какой он есть, каким мы его видим. Это техника масляной живописи. Еще одна распространенная техника – это техника акварели. Что такое акварель? Акварель – это краски на водной основе. Краски, где краситель разводится водой. И за счет того, что краситель разводится водой, краски, вот видите здесь, как раз вот нарисована акварель, краски получаются прозрачными. И сквозь эти краски мы видим бумагу. И это тоже очень интересная техника, в которой изображать художники очень любили пейзажи, натюрморты и что-то такое очень текущее и прозрачное, да? А не совсем может быть так, как мы это видим, но есть некоторое ощущение легкости, воздушности и такого вот движения света в этих картинах. Эта картина тоже одного нашего знаменитого художника Василия Сурикова. «Виды Венеции». Это Венеция. Еще одним направлением в конце XIX века появляется направление, которое начинает, художники которого начинают изобретать новые способы изображения реальности. Они уже не стремятся изобразить мир таким, какой он есть, а они стремятся изобразить впечатление от этого мира. И вот картина, которую вы видите, это картина знаменитого художника французского Моне. Называется эта картина «Впечатление. Восход солнца». И по названию этой картины это направление получило название «импрессионизм», что в переводе с французского «impressions» означает «впечатление». Это художники, которые стремились изобразить мгновение. Они стремились уловить мир, краски мира и передать вот это вот ощущение сиюминутности, ощущение мгновения и изобразить воздух, изобразить дыхание мира. И вот одна из картин Моне. Моне очень любил рисовать кувшинки. Он их очень часто рисовал, у него много работ, которые называются «Кувшинки». И для того, чтобы вот это мгновение нарисовать, чтобы передать вот это ощущение жизни, художники использовали совершенно своеобразную технику. Вот здесь вот мы видим деталь вот этой самой кувшинки. Обратите внимание, во-первых, какая это живопись? Масляные, совершенно верно. Они использовали масляные краски. Но если художники классической школы для того, чтобы получить какой-то цвет, смешивали масляные краски на палитре, а потом наносили цвет на холст, то художники-импрессионисты отказались от этого. И если вы приглядитесь и увидите вот эти вот мазки, вы увидите, что они для создания какого-то определенного цвета просто накладывали краски либо рядом друг с другом, либо друг на друга. Да? Видите, вот какое стремительное движение вот этих самых мазков. И они никогда не использовали черный цвет. Это было у них запрещено. Они всегда рисовали на природе и рисовали сразу. Если художники типа Карла Брюллова, которого мы видели, очень долго создавали свои картины в студиях, то художники, например, Моне, они выходили, что называется, на пленэр, то есть на улицу, брали мольберт, брали краски и рисовали очень быстро, сразу именно то, что они видят. И поэтому работы получались вот такими стремительными, воздушными, легкими и совершенно невероятными и удивительными. Это, повторюсь, художники-импрессионисты. Причем импрессионисты использовали самые разные техники и самые разные материалы. Например, еще один очень популярный среди импрессионистов материал называется пастель. Вот так вот выглядит пастель. Что это такое? Пастель от французского слова «паста», ну, тесто. Это такие карандаши, мягкие карандаши. То есть краситель смешивается с чем-то наподобие теста, и получаются такие, вот, как мы видели на предыдущем слайде, своеобразные мелки. С помощью этих мелков рисуют на такой рифленой бумаге, чтобы этот мелок цеплялся за бумагу, и получается очень своеобразное изображение. Опять же, художники-импрессионисты, которые любили рисовать быстро и передавать какое-то мгновение, они технику пастели очень любили. И вот следующий пример. Это тоже знаменитый французский художник Эдгар Дега, который очень любил балет.
и очень любил изображать балетный мир. И у него огромное количество работ, которые называются «Танцовщицы». Самые разные танцовщицы. И вот здесь вот вы видите как раз ту самую технику пастели. Если вы приглядитесь, вы увидите своеобразие этой техники. Ну а художники уже середины 20 века перешли все мыслимые и немыслимые границы и стали использовать такие техники для создания своих работ, которые раньше трудно было представить. Например, технику, которая называется коллаж. От французского слова «приклеивать». А как сделается коллаж? Мы берем с вами несколько каких-нибудь предметов или изображений из журналов, газет. Вы можете прийти домой и сами попробовать сделать коллаж. И подбираем по какой-то теме или с помощью какой-то идеи, которая нам интересна, и наклеиваем все это на бумагу, на холст, на стену, на что угодно. И вот у нас получается произведение живописи. Причем такие произведения были очень популярны, в общем-то, в 20 веке. Целое направление ими занималось. И вот, например, знаменитый коллаж, который называется «Знаки», американского художника Роберта Рушенберга, представителя направления, которое называется «Поп-арт». Появилось оно в 60-е годы в Америке. И вот здесь мы видим значимые события 20 века, да, вырезанные из газет, там марсоход, президент Кеннеди, для Америки, он американским был художником, машины и прочее-прочее. Все это наклеено на одну основу, и получается тоже, в общем-то, живописная картина. И эта техника довольно популярна и до сих пор. И, собственно, коллажи можно делать не только из бумаги, но можно делать, например, коллажи с помощью каких-то компьютерных программ. Да, коллажи из фотографий вы можете делать. Ну а теперь у меня для вас небольшое задание. Сейчас я вам покажу несколько работ, а вы должны будете мне сказать, в какой технике эти работы выполнены. Итак, пожалуйста, что это? Акварель, совершенно верно. Можно отвечать, можно руку не поднимать, отвечать громко, вслух. Акварель, вот это вот тоже акварель знаменитого русского художника Врубеля. Просто, чтобы вы знали имя. Следующее. Масло, импрессионизм, даже кто-то сказал. Молодцы какие. Ван Гог, молодец, конечно, мой любимый художник. Винсент Ван Гог, французский художник. Это действительно техника масла. И если когда-нибудь вам посчастливится, я думаю, обязательно посчастливится, и вы попадете куда-то в галерею, в музей, где вы сможете увидеть картины Ван Гога в реальности. Прекрасно. Молодцы, да, видите, как хорошо. Вы видели, что он рисовал, он очень много масляной краски накладывал. У него прям будет торчать вот это масло, и вот эти вот яркие такие броские мазки. И совершенно верно, он действительно вслед за художниками-импрессионистами это делал. Один из величайших художников 20 века. Ну и следующее. Коллаж. Совершенно верно. Это еще один французский художник, Пабло Пикассо, который, собственно говоря, первым и применил эту технику коллажа, собственно говоря, в большой живописи. И здесь мы видим один из его коллажей. Собственно, на этом я бы хотела свою лекционную часть закончить. Вы большие молодцы, очень мне помогали. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. А вот как правильно говорится, писать картины или рисовать картины? Вообще правильно говорится писать картины, конечно. Но можно говорить и рисовать, ничего страшного в этом нет. Но художники говорят писать. В каком году появились первые коллажи? Коллажи – это… Коллаж. Да, это 60-е годы 20 века в Америке. Первые коллажи появились. А сколько времени примерно создаются картины, которые из акварели? Акварель – очень быстрая техника. Акварельная картина… Вы знаете, акварель даже рисуют по мокрой бумаге. То есть смачивают бумагу, чтобы вот этот был эффект размытости, и наносят очень быстро, пока она не высохнет. То есть это тоже такое, изображение мгновения, изображение какого-то ощущения, момента. А все-таки как сделать 3D-картины? 3D-картины с помощью геометрических построений. То есть это нужно специально осваивать вот эту технику перспективы, да. А вот сколько создавалась картина «Последний день Помпеи»? Долго. Честно говоря, я вам точно не могу сказать, но достаточно длительный период, точно несколько месяцев.
А вот сколько вот рисовал, ну, рисуется картина на сырой штукатурке? Тоже очень быстро она должна быть нарисована, потому что, ну, там длительный подготовительный этап, да, то есть как бы художник, он уже знает, что и как он будет рисовать. Просто если штукатурка засохнет и ее придется вновь мочить, это может быть опасно для картины в будущем. Вот помните картину «Все, наверное, тайные вечери» Леонардо да Винчи, ну, по крайней мере, кино, может, смотрели или еще что-то такое. Вот она начала осыпаться из-за того, что да Винчи нарушил технологию производства этой фрески. Она вот фреска как раз. Но это очень сложная техника. У меня вопрос. Вот я уже нарисовала две картины маслом. Молодец. Вот, они у меня засыхали очень долго. И почему там остаются некоторые кочки? Ну вот я говорю, чтобы не оставалось кочек, художники профессиональные, да, они используют вот то, что называется затирка, это с помощью, видимо, каких-то специальных средств, они вот эти кочки уже по сухому маслу, да, вот так вот немножко затирают, ну как бы и удаляют. А почему некоторые художники ляпнули пятно, и картина уже дорого стоит, она популярна, и все ее хотят? Это тема для отдельной беседы. Вообще, вот это вот явление «ляпнули пятно», как вы говорите, и стало дорого стоить, появилось уже во второй половине 20 века. И сейчас очень много зависит даже не от техники художника, а того, как это подается и как это продается. Но вот это такая тенденция развития современного искусства. Да? Почему картина «Мона Лиза» находится именно во французском музее «Лувр»? Потому что ее украли. Ну нет, на самом деле нет, ее воровали. Я вспомнила. Почему «Мона Лиза» находится в Лувре? Потому что Леонардо да Винчи, автор этой картины, был в конце своей жизни приглашен к двору французского короля. И свою жизнь он доживал, собственно, при дворе французского короля. И эта картина таким образом попала туда. И причем самое интересное, что первоначально она висела... Ну, Леонардо ее не отдал заказчику, он с ней, он ее очень любил, не расставался. И после его смерти она долгое время висела в ванной у этого короля. Ну, потом вот уже, собственно, в Лувре. Лувр – это был королевский дворец. Так, пожалуйста. Угу. Могу я спросить, почему иногда художники рисуют какие-нибудь картины, ну, из них можно что-нибудь различить, только непонятно, что там, если они могут нарисовать просто обычную картину, не какие-нибудь кляксы, которые на что-то похожи. Хорошо, я поняла ваш вопрос. Повторюсь, это все явление уже 20 века, когда классическая живопись, ну, в общем-то, уже сказала все, что могла, и художники стали пытаться изобразить свой внутренний мир. Они стали пытаться изобразить эмоции, например. Вот как вы скажете, вот, как нарисовать радость? Или как нарисовать горе? Как нарисовать счастье? Как нарисовать музыку? Вот, например, искусство абстрактное появляется, ну, вот один из первых художников, это наш художник Кандинский, который стал рисовать, ну, вот то, что вы говорите, совершенно просто линия цветом, линии, цвет, кляксы какие-то на бумаге в стремлении изобразить музыку. А это правда, что когда много кружков, клякс, это называют абстракционизм? Да. Много кружков, клякс. Абстракционизм, да, это одно из течений в живописи, которое, повторюсь, появилось в начале 20 века, и стремление Кандинского изобразить музыку. И это действительно, ну, вот то, что называется абстрактная композиция, то есть там нет предметов, там нет конкретного чего-то, да. И поэтому это называется, да, абстракционизм. Так, вот у нас группа молодых людей. Да, группа молодых людей, пожалуйста. Да. У меня вопрос. А почему картина художника-импрессиониста «Черный квадрат»? Ну, некоторые считают, что эта картина, ну, замечательная, а некоторые считают, что это бред какой-то. Действительно. Хорошо. Ну, вот нарисован «Черный квадрат» и вызывает да, он такие я могу интересные вам, эмоции. Давайте я вам про «Черный квадрат». Хорошо. Во-первых, «Черный квадрат» нарисовал художник, которого зовут Казимир Малевич, и он не был импрессионистом. Направление, которое, собственно, создал Казимир Малевич и в рамках которого был нарисован «Черный квадрат», называется супрематизм, не импрессионизм. Это уже было гораздо позже. «Черный квадрат» первоначально рисовался как
вот, собственно, задник, да, вот то, что мы видим на сцене, для спектакля театра Мейерхольда. Фон. Фон, да. А потом Малевич решил, он несколько раз рисовал этот черный квадрат, и смысл черного квадрата заключается не в самом изображении, а в той идее, которая за этим изображением стоит. Да? То есть и очень много людей, которые считают, что это гениальное произведение, да, в первую очередь, именно потому, что Малевич на тот момент выразил совершенно новую идею, он выразил идею смерти вот этого самого конкретного искусства. Он открыл для художников путь в совершенно новые средства выражения своих идей и мыслей. Он как бы поставил этим квадратом, он поставил большую точку в развитии классической живописи, и дальше мы перешли к коллажам, дальше мы перешли там к принтам, к поп-арту и к всему такому прочему. Это же был период начала 20 века. Это начало 20 века, революционных сдвигов. Россия, революция, и, ну и везде, в общем-то, это было очень интересно. И это не просто изображение, это в первую очередь огромная глобальная идея, которая соответствовала тому времени. А вы же знаете, наверное, художника Бэнкси? Конечно, да. Да. А скажите, пожалуйста, почему его картина «Девочка с шариком» стала настолько знаменитой, что ее печатают на футболках на всяких выставках? Насколько я понимаю, он нарисовал эту девочку с шариком на стене между палестинской и израильской территорией. Да. Да. И как бы тем самым выразив вот этот протест против войны. А тема войны, тема насилия, тема конфликтов между людьми, она всегда была очень важной и значимой. И вот это ощущение свободы с этой девочкой, ну вот в этом, мне кажется, гениальность работы Бэнкси. Мне еще кое-что надо хочется спросить вас. Почему его картина вылезает из стен? Что еще? Почему его картина вылезает из стен? Ну это такой его технический прием. Ну, то почему? Вот так он хочет. Почему раньше нельзя было черной краской рисовать? Запрещали? Нет, можно было. Всегда можно было черной краской. Про черную краску это импрессионисты. Они так решили, что они не будут использовать черную краску. Ну, на самом деле в природе нет черного цвета как такового. Вот если вы посмотрите на деревья, на там кусты, на какое-нибудь на небо, там черного нет. Черный – это цвет, который придумали, изобрели и сделали, в общем-то, люди. Такой локальный черный цвет. Пожалуйста. А когда вообще начали рисовать масляные, например, картины? Масляные картины рисовать начали все-таки в эпохе Возрождения вот так активно. Потому что вот 14-15 век, еще в эпоху Средневековья, это в основном фрески и книжные миниатюры. А кто изобрел акварель? Кто изобрел акварель? Вот, честно, не могу сказать, кто изобрел, могу сказать, когда она появилась. Акварель стала популярной в 18 веке, только довольно поздно, да? И, появилась она наверняка раньше, потому что все-таки краски с водой разводить, ну, достаточно просто. Но вот кто именно изобрел, к сожалению, я не знаю. Ну что ж, на этом наша сегодняшняя лекция завершается. Давайте поблагодарим Наталью Анатольевну. Большое вам тоже спасибо. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. Спасибо.